we have demonstrated that nobody can impose anything on us. Nobody can impose anything. We have demonstrated that our people are capable to tell one thing from another. Узурпаторский режим, который насильственно захватил палестинские территории. И то есть незаконный режим вообще. Мы считаем, что как был уничтожен режим апартеида в Южной Африканской Республике, такая судьба и постигнет Израиль. Потому что у нас открытая позиция, прозрачная позиция. Мы объявляем о том, что израильский режим не приемлет нам. И поэтому они все время говорят и выдвигают такие угрозы, даже нападения на Бущерскую АЭС. На это они не имеют никакого права. И другие, на другие объекты, ядерные объекты верхние. Я хочу сказать, что американский гегемонист в настоящее время ставится под вопросом только двумя государствами. Россия и has alleged that Russia's government-run weapons manufacturer is supplying equipment for Iran's missile program.